Привет всем любителям НБЛ, с нами Игорь Пахтусов. Игорь, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления об игре и чего не хватило для победы сегодня. Приветствую. Игра хорошо прошла, очень равная такая, соперник очень хороший. Это повторение нашего финала, так сказать. Вот. Чего не хватило? Ну, не доработали немного в защите, пропустили, где-то смену пропустили, где-то там не доработали, свободный бросок дали. Вот за это все и получилось так, что напряженный, вон, 2 очка проиграли в конце. Ну, бывает. А можно узнать, чего вы вообще хотите добиться в этом сезоне? Как чего? Повторить прошлогодний результат, не меньше точно, только нацелены на это. Ну, только такая задача, все, больше ничего. А есть ли такое, что, может быть, была какая-то расслабленность после большого перерыва, того, что уже вели несколько очков, но... Знаете, вот в третьей четверти вот как-то вроде нормально 5 минут играли, а потом как-то что-то пошло там, вот я же говорю, в защите где-то неслаженные действия, где-то смену пропустили, не поменялись. Вот и результат, что пропустили, проиграли третью четверть. Все, спасибо большое, желаем удачи в следующих играх. Спасибо вам, удачи, счастливо.